Ух, наконец-то, господи. Короче, наконец-то я уселся записывать эту грёбаную серию под Адлокоту. Я изначально хотел записать что-нибудь другое, но посмотрел, как зашло то видео, и решил все-таки, ну, хотите Дедлокот, будет вам Дедлокот. Если я его быстро пройду, то попробую пройти еще какой-то демон из онлайна. Но я не уверен. Так, ну тут вроде бы все просто, да? Я сейчас пройти должен с первой попытки. Я не так полетел, господи. Ой, повезло мне на самом деле. Ну окей. Я тут где-то попыток 5 сливался на тупых местах. Причем за раз 5 попыток я сливал. Ну давайте попробуем пройти. Блин, у меня нос забитый, на самом деле это жестко бесит. Я надеюсь, вы не слышите это на записи. Я очень на это не надеюсь. Да. Окей, погнали. Так, сейчас первая монетка будет. Бака юзер. Вторую взял. Блин. Да, не повезло. Опять я этого дракончика задел. Ну окей, ладно. Ой, я так не хотел этот, блин, грёбаный дракончик задевать. Из-за этого зажал очень, блин, рано. Какая-то херня получилась. В общем, блин, слился опять на 61%. Жесть. Как же меня эти драконы бесят. Чё вы? Чё вы там вообще сидите? Ну какого хера просто? Давай хоть час, ну пожалуйста. Я тебя умоляю, ну хоть час давай. Ну я тебя умоляю, сука, б***ный, дракончик. Как же меня это бесит, как же меня это бесит, как же меня это бесит, как же меня это бесит. Ух ты. Ну, в принципе, это ожидаемо было, на самом деле. На двойной волне слиться. Так, господи, я чё, по 1% буду сливаться? Меня это задолбало уже. Как же я тут уже долго сижу где-то в течение часа, ребята. Я не знаю, я настолько... Я не знаю. Мне кажется, я еще не готов к изи-демонам. Ой, господи. Пожалуйста, ну пощадите меня, я его пройти хочу. Ой, как же я замучился, вы просто не представляете. Неужели я без монетки пройду?
Я без монетки прошел. Ой, блин, я без монет. Сука. Я как бы радуюсь, да, прикольно, победа, но я вторую монетку, точнее последнюю монетку не взял. 15 звезд, нихера себе, кстати. 15 звезд целых за это, демон. Ой, сейчас бы еще одну иконку дали, но не взял монетку. Вообще по случайности, я реально, я забыл ее взять. О, господи. Ладно, я потом как-нибудь перепройду уже все-таки, как и с предыдущими демонами. Господи, сколько времени я на него потратил, мне так стыдно. Хотите посмотреть на количество попыток? Хотите? Смотрите. 191 попытка. Я просто, у меня уже голос сел. Ой, господи, как же я задолбался. Ладно, все. Короче, следующее видео будет, если, конечно, вам понравится такое, будет либо по прохождению своих уровней от подписчиков, вот тут дохера вы для меня наделали, честно сказать, либо будет, будут какие-то демоны. Вот, например, вот такое вот. Ну, что-нибудь будет. Главное, лайков натыкайте, и там посмотрим. В общем, да, больше 1000 лайков набираем, и видос я выпускаю, вот. Ну, да. В общем, как вы, опять же, относитесь? Можете предложить, что мне можно снимать? Я как бы новый комп собрал. Можете предыдущее видео посмотреть, вот оно на экране. Ну, предложите что-нибудь. Можно КС-ку, можно еще что-то. Ну, короче, да, предлагайте. Комментарии всегда открыты.